Мероприятия, посвященные юбилею школы номер 2, набирают обороты. Уже прошел конкурс «Ученик юбилейного года». Продолжается онлайн-викторина, посвященная истории образовательной организации. Итоги будут подведены в октябре по возрастным критериям. Все участники получат сертификаты юбилейной викторины. Наиболее активные участники проекта – золотые поощрительные символы. В честь юбилея школы проходят встречи с выпускниками. Мы очень рады, что в этом году наша школа отмечает юбилей. Сегодня к нам приходил очень интересный гость, выпускник нашей школы, рассказывал очень много интересного. В 2001 году вновь открылся школьный музей, созданный в 70-е годы по инициативе Лидии Ананьиной. Он получил официальный статус и название «Трудом и подвигом славен человек». Возрожден музей благодаря усилиям энтузиаста-общественника Зинаиды Ивановны Терещенко. Зинаида Ивановна перелопатила весь архив, разыскала, разговорила выпускников школы, переписывалась с теми, кто уехал из города. Сегодня музей помогает воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма, бережного отношения к истории школы, хранить память о защитниках Родины. У нас же во время войны был здесь эвакогоспиталь. Ну и все, и я пошла, так как я еще внештатный корреспондент, это с того времени. И я пошла по всем этим медсестрам, у каждой взяла интервью. А еще, оказывается, у нас было два выпускных класса в нашей школе в 41-м году, которые ушли на фронт, но не все, которые по возрасту. Образовательный процесс в школе номер 2 осуществляют 50 педагогов. Среди них есть и выпускники, которые связали свою жизнь с родным учреждением. В честь начала нового учебного года во всех классах состоялись уроки успеха, посвященные 85-летнему юбилею школы. Педагоги организовали часы общения с людьми, имеющими прямое отношение к школе номер 2. Это выпускники школы, ветераны педагогического труда, успешные в обществе люди. Я очень рада и горда тем, что я закончила эту школу. И благодаря непререкаемому авторитету наших учителей выбрала именно эту профессию. Школу номер 2 окончили около 6 тысяч учеников. Из них 120 вышли из стен учреждения с золотыми и серебряными медалями. В год 85-летия история образовательной организации насчитывает 81 выпуск. Анна Кириллова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.